дополнительная цензура за матерные выражения в сети, она не имеет ничего уникального, просто я еще раз, может быть, повторюсь, может, аналог проведу. То есть цензура и воспитание людей должны быть одинаково воспитаны как на море, на суше, на воздухе и в сети. А то у нас все как-то в последнее время, то ли это для депутатов так кажется, что сеть это какая-то субстанция, какая-то космическая какая-то история, какая-то, ну, чуть ли не отдельное еще взять измерение, да, такое. Они не понимают, что такая же плоскость, как вода, суша, море, там небо и сеть. Создано, да, только человеческим этим, используя природные ресурсы, все. И этот закон должен вести во всех направлениях, там, где живет человек, все.